До Нового года осталось меньше 2 недель. Город с каждым днем становится ярче от новогодней иллюминации. Главы 3 районов столицы республики проехали вечером по Чебоксарам, чтобы еще раз проверить новогоднее оформление. В этом году, как отметили чиновники, больше организаций и предприятий откликнулись на просьбу городских властей украсить свои объекты к празднику. К слову, такая активность будет отмечена призами и подарками. Сразу в нескольких конкурсах на лучшее оформление будут выбраны победители. Во время объезда руководителей районов города встретил самый настоящий Дед Мороз. Я сейчас ехал по городу, очень красиво все оформлено, везде горят у нас елки, везде все украшено, вообще классно, здорово. Дорогие наши горожане, всех поздравляю с наступающим новым 2013 годом. Желаю вам всем успеха, счастья, любви. Главное, любите друг друга, живите в радости, счастья вам и успеха.